Короче, не получилось. Я собрал вчера этот велик. Все, каретка крутится идеально. Сейчас покажу. Каретка крутится просто идеально. Вообще, без шумов. Прям вот кончиком пальцев. Вставили, закрутили. Клиент поехал. Я вчера не покатался на нем. Не стал. Клиент поехал и хрустит. То есть внутри вот. Здесь ни хрустов, ни закусов, ничего. При нажатии на педали, как будто вот эти чашки прям внутри как болтаются, хрустят, как будто вот что-то там не так. В общем, разобрали весь велосипед, стали смотреть втулки. Втулки тоже все хрустят, все закусывают и так далее. Будем на промо переделывать. Будем менять цепь, будем менять трещотку на кассету. В общем, целая история. Решили уже разделать, раз уж каретку меняем. Соответственно, будем менять и втулки, и будем делать вообще все. В общем, велосипед остается еще на неделю как минимум. Так, закончили джамис. В общем, история с кареткой такова, что я сюда перепробовал кучу разных кареток. И как будто бы в раме есть какое-то углубление. Закручиваешь каретку до упора, и она начинает закусывать. То есть вот работает идеально. Там шимановская каретка, Кионли, чистый Китай. Хоенхо, вот эта вот фирма, которая на стелс сейчас стоит и так далее. В общем, в итоге удалось мне подобрать какую-то каретку, которую закручиваешь, и она не закусывает, просто немножко потуже крутится. Поставили шатуны разборные, звезда бэушная, овальная. Сзади новая кассета, потому что втулочки мы переспецевали. Сзади чисто китайская втулка на четырех промах. То есть и барабан на промах, и втулка на промах. Спереди новатек, тоже на промах. Потому что, как оказалось, что втулочки-то у нас тоже требуют обслуживания. В общем, все работает, но переклюк турнеевский, он немножечко люфтит, он бэушный. Идеальной четкости, к сожалению, переключения нету. Также и по спицам. То есть обода слабые, спицы слабые. После переспецовки попрыгали, прокатились чуть-чуть и чуть-чуть еще подтянули. То есть должны держать, но если спицы будут вылетать, то, возможно, надо ставить спицы хорошие, новые. А так все, велосипед готов. Но вот ушла опять у нас вторая неделя на ремонт, скажем так. А хотели всего лишь просто каретку подкрутить изначально.